И всем привет, ребятки! Вы снова смотрите мой канал Арина Слаймс. И в этом видео я буду распаковывать вот такие вот бумажные сюрпризики. Я сделала новую коллекцию. Это My Little Pony. И еще в конце этого видео я распакую вот такой вот пакетик Шопкинс 9 сезон Wild Style. Так что смотрите мое видео до конца. Кому очень сильно интересно, что мне тут попадется. И пишите в комментариях, хотите ли вы еще такую распаковку сюрпризиков Шопкинс. Может быть, мне еще такую сделать бумажную коллекцию. Также пишите в комментариях. Давайте сегодня я открою два пакетика Леди Баг, а других пакетиков по одному. Начнем мы давайте с Пупси Слайма. Такой вот Пупси Слайм. И следующее видео будет завтра новое. Вы его уже видели, этот Пупси Слайм, в прошлом видео. И нам с вами попадается, ребятки, повторочка. Тут больше ничего нет. Вот такая вот повторочка слаймика. Сейчас я покажу этот слайм. Вот он, этот слаймик, повторочка. Нам сегодня с вами не повезло в начале. Надеюсь, что дальше повезет и не будет больше повторочек. Дальше я хочу открыть. Пусть это будет для красоты тут лежать. Сейчас я открою, давайте, мини-ленту 3. Ну, один пакетик всегда я открою. Я думаю, вот этот или вот этот. Давайте вот это я открою. Ничего нету. Походу, брак какой-то. Вот. И тут нам с вами попадается вот такой вот кондиционер для белья. Розового цвета. Тут еще бантик такого черного цвета. Ну, в общем-то, это новенький сюрпризик. Это очень хорошо. И сейчас я приклею в лист коллекционера. Пишите в комментариях, может быть, мне потом снять обзор этой всей моей коллекции мини-лента, бумажной коллекции. И сейчас я приклею. Еще, ребятки, помните? Ой, не туда приклеила. Не к еде надо. Помните то, что скоро будут новые правила на Ютубе? Так вот, вам оповещения о моих новых видео могут не приходить. И поэтому я сделала группу ВКонтакте, где я буду выкладывать ссылочки на мои новые видео. На канале со слаймами и на этом канале. Вот, так что переходите по ссылочке в описании, и там вы сможете смотреть. И, конечно же, рекомендуйте мои видео в соцсетях. Да, а также включите уведомления в ВК, чтобы вы не смогли пропустить мое новое видео. А так, новое видео будет завтра. Во сколько, я точно не знаю. Это я уже точно не могу сказать. Ну, где-то, может быть, после 12 часов будет новое видео. Да. И сейчас я хочу распаковать кексики. Последний пакетик. Чуть не порвала этот кексик. И нам с вами, ребятки, попадается вот такой вот красивый кексик. Но это повторочка. Да, это повторочка. Сейчас давайте я посмотрю. Вот, да, это повторочка, ребятки. Так что мы с вами собрали всю коллекцию. Вот. Он нам с вами, кажется, попадался в прошлом видео. Я точно не помню. Напишите также в комментариях, кто помнит. Так бы он бы поместился где-то сюда, сюда или сюда, в любое место. Но это повторочка. У нас, кажется, еще была вот такая вот повторочка вот этого кексика. И вот смотрите на всю коллекцию. В коллекции всего 8 кексиков и было 2 повторки.
следующем видео я вам покажу, наверное, куда я буду складывать мои повторочки. Так что подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, кто еще не нажал. Напишите в комментариях, какой кексик вам нравится больше всего. Я вам говорила то, что мне нравится вот этот и вот этот. А меньше всего мне нравится, может быть, вот этот вот кексик. Не знаю, почему его, кажется, зовут Джек из «Время приключений» этого персонажа. Напишите в комментариях, какой вам не нравится больше всего кексик. И дальше давайте я сейчас распакую коллекцию Леди Баг. Тут у меня 3 пакетика, я сегодня распакую 2. Потому что тут может быть повторочка. Давайте вот эти вот 2 пакетика, а этот на потом, на завтра. Еще будет 1 пакетик, потому что... Сейчас я вам покажу. Вот, тут еще осталось 3 персонажа. Тут где-то одна повторочка, и еще будет новенькая Леди Баг. Давайте вот этот пакетик ее вначале откроем. И нам с вами попадается вот такая вот Леди Баг, которая плачет. Не знаю я, почему она плачет. Но у меня на канале уже 100 подписчиков. Еще раз вам, ребятки, огромное спасибо. Я вас люблю. Но я не знаю, почему эта Леди Баг плачет. Может быть, то, что вы не поставили лайк, обязательно поставьте, чтобы она не плакала. Теперь посмотрим, куда же ее приклеить. Ну, вот сюда вот. Вот так. Мне эта коллекция очень сильно нравится. Мне больше всего нравится коллекция. Это мини-лента 3. Пупси Слайм и Леди Баг. На третьем месте коллекция Леди Баг. Просто они такие милые няшки. И скоро будут видео про адвент-календарь, так что ждите их. Вот у нас уже тут с вами в коллекции 3 Леди Баг. Грустная Леди Баг, веселая Леди Баг, которая играет с йо-йо. Вот, кстати, йо-йо. И вот такая вот Леди Баг, которая плачет, нам сегодня попалась. И давайте я открою уже вот этот вот пакетик Леди Баг. Надеюсь, что в следующем видео нам с вами попадется новенький слаймик. Хочется его сделать. Оставайся. Ой, и нам с вами попалась вот такая вот веселая Леди Баг. Она как будто бы танцует какой-то танец. Напишите в комментариях, как вы думаете. Новенькая Леди Баг. И в следующем видео нам с вами сможет попасться повторочка или же не повторочка. Надеемся, конечно же, на новенькую Леди Баг. Сейчас я вот это вот приклею. Интересно, а тут попадется повторочка или же новенькая мармеладка? Пишите в комментариях, как вы думаете, пока что еще не досмотрели видео до конца. Ну, в пакетике My Little Pony, пони точно должна попасться новенькая, потому что это новая коллекция. Пакетиков будет больше, и в коллекции, я вам скажу, 6 пони. Это главная шестерка. И пишите в комментариях, кто любит мультик My Little Pony, или же кто смотрел этот мультик. Вот такие вот уже 4 Леди Баг. Грустная, веселая, еще одна веселая, которая плачет. Но мне пока что больше всего нравится вот это вот и вот это. Не знаю почему. Меньше всего это. Переходим дальше. И сейчас я хочу распаковать вот такой вот пакетик мармеладки. Тут нарисована мармеладная Кока-Кола. Сердечко еще. Какой-то фрукт. И нам с вами попадается повторочка, кажется. Сейчас я посмотрю, и мы с вами проверим. Косточка куда-то улетает. Да,
Это повторочка. Нам с вами остался вот такой вот желейный разноцветный червячок. Надеюсь, то, что в следующем видео он нам с вами обязательно попадется. Мне кажется, это первая повторочка в этой коллекции. Напишите в комментариях, помните ли вы, это первая или же вторая повторочка. А может быть и третья уже в этой коллекции. Я точно не помню. Давайте дальше. И сейчас я хочу распаковать пакетик My Little Pony. И посмотрите, какая же пони нам сегодня с вами попадется. Напишите свою любимую пони из этого мультика. И нам с вами попадается вот такая вот пони Rarity. Эта коллекция называется «Пони в виде сердечек». Такие вот у нее кучерявые волосы, бледно-голубой рог и вот такой вот у нее знак. Волосы фиолетового цвета и кожа у нее беленького цвета, может быть, с оттеночком чуть-чуть голубого. Вот такой вот знак голубого цвета в виде каких-то алмазиков. И сейчас я приклею эту пони, но я ее в этот лист коллекционера не буду приклеивать, так как тут не поместится вся эта коллекция My Little Pony. Так что я приклею в другой лист коллекционера. Вот в такой вот в тетрадочку. Вот, ланчбокс, время года. И вот сюда на свободную страничку я приклею эту пони. Ну, давайте на самый верх, а потом уже в следующем видео я этих всех пони размечу. Ну, вот так вот, как и коллекцию Леди Баг, делая тени для них, чтобы они уж точно все вместились. Приклеиваю вот сюда на самый верх. Вот у нас уже с вами есть одна пони. И мое видео подошло к концу. Кому понравилось оно, обязательно ставьте лайки и рекомендуйте, конечно же, мое видео в соцсетях. Я вас люблю. Всем пока-пока.